Сэр? Да, это фургон с мороженым. Да, я знаю. Я от него избавлюсь. Эй, убирайся отсюда, нам ничего не надо. А вашему напарнику? Какому еще напарнику? В этом задании ключевые элементы игры будут подсвечены. Прежде всего, старайтесь убивать бесшумно и избегать обнаружения. Пора познакомиться с интерфейсом. В нижнем левом углу синяя полоска отображает ваше здоровье. Рядом с ней находится радар. Он показывает врагов, цели миссии и точки эвакуации. В правом нижнем углу показано ваше оружие и то, спрятано ли оно. Рядом с оружием. Если верить Бенджамину. Оружием видна желтая полоса, показывающая силу вашего инстинкта. Когда инстинкт слабеет, вы не можете использовать особые навыки. Надо обезопасить вход на стену. Камеры наблюдения, детекторы движения, эти новые автоматические. Многие найденные предметы можно использовать как оружие в ближнем бою или для отвлечения врагов. Бросьте кирпич в ведра, чтобы отвлечь охранника. Прекрасно. Проходите, пока охранник отвлекся. Есть тут кто? Ау, люди! Чистое убийство. Не забудьте спрятать тело. Тела, оставленные на видном месте, вызовут тревогу. Тело спрятано. В этом контейнере можно спрятать еще одно тело или укрыться самому. Уберите оружие. Вас вот-вот заметят. Индикатор внимания показывает, в каком направлении находится угроза. Постарайтесь уйти незаметно. Контейнер переполнен. Здесь больше нельзя ни спрятать еще одно тело, ни укрыться самому. Да, конечно, мой рот на замке. Пойду проверю перед. Вас пытаются арестовать. Не бегите. Притворитесь, что сдаетесь, или тихо отойдите в укромное место и разберитесь с противником. Подготовка агента 47, а также его обостренное чутье,
позволяют ему подмечать все, что его окружает. Отвлечение, точный прицел или струна из оптоволокна. Выбор за вами. Чистое убийство. Не забудьте спрятать тело. Тела, оставленные на видном месте, вызовут тревогу. Говорит шестой, все чисто. Это просто скунс, конец связи. Используйте инстинкт или взгляните на радар, чтобы найти выход. Используйте инстинкт, чтобы предугадывать движение врагов. Да, скука здесь просто смертная. Но зато хоть сервис хороший. Колющие и режущие предметы можно использовать как для смертельных бросков, так и для отвлечения внимания. Выберите цель. Чистое убийство. Вы можете сбросить тело за ограждение. Ваше оружие без глушителя. Оно потревожит врагов. Используйте свои сильверболлеры с глушителями. Впереди видна оранжерея. Чтобы проникнуть туда незаметно, вам понадобится маскировка. Ищите маскировку.
Бег позволяет перемещаться быстрее. Ситуация под контролем. Приведите здесь все в порядок перед тем, как идти дальше. Используйте укрытие, чтобы прятаться от выстрелов, или постарайтесь ускользнуть и спрятаться. Я прошел через двор, вхожу в усадьбу, приближаюсь к цели. Хорошо. Проникните в усадьбу и устраните Диану Бёрнвуд, а Викторию приведите к нам целой и невредимой. Она очень много значит для меня и для агентства. Что? Кстати, вы уверены? У меня нет рака простаты. Дайте я вас расцелую. Вы проникли в усадьбу. Ваша текущая маскировка вызовет подозрение у охраны. Найдите новую маскировку или избегайте обнаружения. Вы вступили в ближний бой. Добейте противника. Блокируйте удары противника. Находя и изымая улики против себя, вы зарабатываете очки рейтинга и повышаете силу инстинкта. Ищите маскировку. Когда вы пройдете в эту дверь, система рейтингов будет включена. Она будет следить за вашим стилем игры и вознаграждать за успехи. Вы можете следить за своим рейтингом в левом верхнем углу экрана. Как всегда, методы достижения цели зависят исключительно от вас. Удачи! Используйте инстинкт для поиска важных объектов. Я внесу тайный ингредиент с собой в могилу, мистер. Ага. Это соль? Нет, нет. За кого ты меня держишь? Соль? Ради бога. Я, чтоб ты знал, один из лучших поваров в этом кулинарном...
мисс Бервуд в душе наверху и скоро спустится. Девочка в своей комнате и в ближайшее время останется там. Для тех из вас, кто не знаком с процедурой, я лично представлю телохранителей каждому клиенту с 6-часовыми сменами. И вы ни при каких условиях не будете оставлять випов одних в течение своей смены. Любое нарушение протокола повлечет разрыв контракта и занесение в черный список. Можете не сомневаться. Используйте укрытие, чтобы прятаться от выстрелов, или постарайтесь ускользнуть и спрятаться. Найдено тело. Охрана насторожилась. Цель обнаружена. Используйте укрытие, чтобы прятаться от выстрелов, или постарайтесь ускользнуть и спрятаться. Найдено тело. Охрана насторожилась. База, Дейта Лайма запрашивает поддержку. Пожалуйста, подтвердите. Используйте укрытие, чтобы прятаться от выстрелов, или постарайтесь ускользнуть и спрятаться. Похоже, нас отпустить эту часть. Используйте укрытие, чтобы прятаться от выстрелов, или постарайтесь ускользнуть и спрятаться. Устранили всех врагов. Не самый чистый подход. Зато вы живы, а они уже нет. Набрав достаточно очков, вы разблокируете технику убийства. Откройте ноутбук, чтобы взглянуть на свой текущий счет и технику, которую вы можете разблокировать. Подхожу к цели. Отлично, 47-й. Запомните, Диана сама во всем виновата. Она предала нас, агентство, наш кодекс, все, за что мы боремся. Она слишком опасна, ее нельзя оставлять в живых. Думайте об этом, нажимайте.
47-й! Докладывайте! Я должен убить тебя. Зачем ты это сделала? 47-й! Черт, что случилось с этой штукой? У всех есть свои табу, даже у тебя, 47-й. У нас были принципы. Диана, я... Нет. Я должна была забрать ее у врачей. Я знала, что ты поймешь. Черт! Здесь что-то не так. Ты слабеешь. Нет времени. Но есть шанс. В моем халате письмо... Беги вместе с девочкой, пока Трэвис не догадался. Она не должна стать такой, как ты. Обещай мне. Я обещаю. Агент 47 может убивать врагов быстрыми и точными выстрелами. Обратите внимание, выделяя цели, вы быстро тратите очки инстинкта. Поверните камеру, чтобы навестись на врага, затем захватите цель. Фатальный урон. Наводитесь на следующего врага. Фатальный урон. Все враги получены. Ты знаешь, кто я такой. Я все знаю. Она мертва, да? Пошли, держись рядом. Куда мы идем? Садись. Поехали. Прекрасно, 47-й.